Николай. Дают там и какие. А, понятно. Угощайся, угощайся, моя хорошая. Целый день ничего не ела. Что поделаешь? Бабушка, бабушка, а что это? Это награды. А ты что, воевала? Да, воевала. Вот смотри, медаль за взятие Берлина. А это юбилейные награды. Много, много разных. Да, внученька. А ну-ка расскажи, а я послушаю. Лишь на груди значки, медали. Достроят жизнь солдат сполна. И по крупицам все собрали. Их имена здесь зазвучат. Вернутся в край родной всегда. Те, кто дороже всех на свете. А краю память дорога. Как луч восхода на рассвете. Ну как? Моя умничка, какие замечательные ты стихи сегодня на праздник прочла. Ты знаешь, мы скорбим. Именно тех, кто пал в бою, сражаясь за свою родину. И День Победы для нас самый светлый, самый радостный праздник. Ну что ж, внученька, давай собираться, а то опоздаем на